Кажется, я огрыз. Начинаем движение. Походу буду комментировать трассу железную дорогу России из окна поезда. Запотевает окно. Жарко. Завершив маршрут Москва-Ижевск, отправляемся в Иркутск. Прямого рейса на Иркутск, Ижевск, Иркутск нет. По этой причине доехал до станции Агрыз
и здесь сел на поезд уже до Иркутска. От Ижевска до Агрыза около часа езды на электричке на прекратном поезде. Ну и теперь примерно трое суток до Иркутска. Съемка будет вестись в светлое время. Мере прохождения станции буду комментировать. Непонятно, почему окно так запотевает. Блин. Поезд Москва Улан-Удэ. 0-82. Конечно, вентиляции никакой. По городу особо не ходил, город небольшой, родина Калашникова, известного, знаменитого. Народ, как и во всех маленьких городах, довольно приятный. И в общении, и вообще по моим наблюдениям, нет той суеты, свойственной большим городам, типа Москва, Петербург. Не успеваю протирать. Вентиляция не включена. Кофейку? Будьте добры, вентиляцию дышать нечего. Вентиляцию дышать нечего. Кофейку что? Желаете, говорю, чайку, кофейку? Кофейку желаю, а вентиляцию желаете? Включаю сейчас, пожалуйста, вентиляцию, раз вы желаете. Угу, спасибо. Так, вот индульгенция на включение вентиляции. Обстановка за окном однообразная, серо-белые тона. Например, вчера в Ижевске весь день, да и ночь, шла мелкая крупа. Не успевали очищать площадь вокзала. И вообще с очисткой снега в Ижевске дела не очень. Ледяная колейность, без шипованной резины там тяжело, конечно. К сожалению, вести
чуть позже. Цен в крупных городах, как Москва, например, Владивосток особенно, по-моему, во Владике самые высокие цены. Горячий шоколад. Лучше 3 в 1. 3 в 1. 27 рублей будет. 20-100? 27. Сейчас. Деньги красивые или настоящие? Настоящие. Где взять? Красивые есть, настоящие нет? Да. Ну, можно сделать как? В течение дня я еще, пожалуйста, вас возьму. Ну, хорошо. Возьмите. А, нет, кофе нет больше. Вот только шоколад остался. Семен Семенович, что у вас еще есть? А что, печенюшку шоколадку? Да нет, пить. Воды? Пиво, водка, это не надо. Коньяк трехзвездочный. Вода осталась только сладкая, газированная. Ладно, будем пить кофе какой-нибудь. Последний пакетик кофе взял.
жизни пьет же, ну хоть на такси, залез, все. Муж переживать начал, что он хороший, да, кто даже особо не залюбуешься. Снег и серые деревья.
и пчел делают. Объяснять каждому это, не считая нужным, нет необходимости. Розетки, как обычно, нет. Это идти в коридор, в тамбур, там заряжаться. Чтобы таких проблем не было, потому что зарядки на видеорегистратор, кстати, видеорегистратор каркан, хватает на 40 минут. С этой целью на Алибабе купил 3 внешних аккумулятора. Ну, не знаю, там пишут, конечно, привирают о мощности, но одного внешнего аккумулятора из Сочи в Москву, куда ехал, хватило на весь день записи, даже еще остался заряд. Но считаю, что 3 аккумулятора, у меня 4 их, думаю, энергетически обеспечено, энергетически независимо. Двигаемся, повторяю, в сторону Иркутска. 3-3 суток езды. Но съемка будет вести только в светлое время. Вообще красивая природа. Еле в снегу. Температура -2. Вот в Ижевске, вчера повторю, на сутки шла снежная крупа. Дворники не успевали очищать территорию от первого вокзала. Скользко. В общем, здесь зима. В Удмуртии еще зима. Вообще, кроме Сочи, везде зима. Сколько мог, постарался
избавиться от отражения.